Но, как вы понимаете, никто не говорит конкретный срок. Пока не скажет сам Юницкий, никто не имеет права даже рот открыть. Поэтому, естественно, вот пока что вот нам говорят такими намеками, хотя они все это знают уже больше и лучше, нежели знаем мы. Так, что еще я хотела сказать? Так, по Кудряшову можно сказать все. Ну, что мне очень хочется вам передать, это, конечно, масло. Масло, как вы знаете, это наш главный экономист Skyway Capital. Он все просчитывает, он все это дело узнает, и как бы он анализирует это все. Можно сказать, что он не оптимист совершенно, он реалист. Вот он реалист, у него никогда, если вот, допустим, взять меня, то я все равно оптимист, я все равно вижу все в каком-то таком розовом цвете. Он настолько реальный, вот он все просчитано у него, вот он говорит, это так, а это так. И вот, допустим, он говорит, мы на сегодняшний день отстаем на 2 года по планам. Ну, вы помните, что мы должны были начать в 2014 году строительство, а из-за Литвы там и разных вот этих моментов мы начали все строительство только в 2016 году. Пока эту площадку расчищали, готовили, пока, то есть, да, вот эти 2 года как раз у нас и съелись. Вот, значит, на сегодняшний день он говорит, что мы тогда будем получать дивиденды в 2021 году по итогам 2020 года. Ну, как вы сами понимаете, 2020 год, вот он уже, а в 2020 году очень много будет всего. Маслов вообще сказал, что у нас основные доходы пойдут, как я уже повторяюсь, с проектирования дорог, с их строительства и с развития блокчейна. Вот мы как бы еще не очень понимали, что такое блокчейн. Вот сейчас, после этого совещания, я как бы почувствовала, что это такое. И я просто хочу вам как бы сказать. Дело в том, что если... Так, лучше стало слышно или как? Слышно? Напали, слышно теперь, да? Вот подтвердите мне, слышно или нет? Не вижу. Вы меня слышите? Слышно, хорошо, спасибо. Вот, значит, дело в том, что блокчейн, как сказали, задали такой вопрос, будем ли мы получать, можем ли мы получать дивиденды вот со всех этих проектов, если мы не будем там участвовать, скажем, с ГУМуса, с этого электромобили и экостекло, там вот эти экодома. На что Маслов сказал, да, если все это будет зацифровано, а так предполагается, через блокчейн, то, естественно, мы будем получать дивиденды с токенов. Поэтому, естественно, вот если даже до этого члены правления высказывались на наших мероприятиях, что вот они сами не чувствуют этого токена и не знают, что, как он будет работать, то сегодня уже они четко понимают, что токены это очень выгодно. Поэтому все, кто взял токены в свое время, ну, было такое предложение для первых инвесторов, чтобы поменять 100 тысяч долей на 2000 токенов. И кто-то там делал, кто-то нет. Я тогда всем своим сказал, все берите, кому это дают возможность такую. И вот сегодня мы еще раз подтвердили, что компания Skyway ничего не делает такого, не предлагает ничего своим инвесторам такого, чтобы это не было выгодно. И, конечно, мы все это получим вот в следующих годах. Так, значит, реально вот мы рассчитываем на дивиденды 2021 год. И все понимаем, откуда они пойдут. Да? А поскольку вы понимаете, что у нас уже стройка в Шарже идет как бы одна, как экопарк, как тестовый участок, а вторая идет уже как проект, который рабочий, то, естественно, по результатам этих двух строек будет уже у нас очень большой поток заказов. Ну, я как бы с учетом моего как бы понимания этого вопроса и тем, что я за этим постоянно слежу, я могу вам сказать, что это точно. Вот если все пойдет нормально, как я это вижу, 10 лет они не вылезут вообще из этих арабских республик, потому что для них это просто Колондайк. И на сегодняшний день, так, чтобы я тут ничего вам не пропустила, вот, на сегодняшний день очень проектов у нас уже проектов
18 проектов, которые в работе. 7 из них находятся в стадии проектирования. Просто они их все не озвучивают, но говорят цифрами. Поэтому у нас вот есть проекты некоторые, которые еще не вошли в число этих 18, но они как бы в работе так. Это и Грузия, и Сан-Бернардино, это Швейцария, и Венгрия. Дело в том, что они вот задавали вопросы, почему вот этот швейцарский проект у нас как бы не в работе. На что Маслов сказал, что этот проект уже практически весь с нашей стороны готов, но не устраивает условия той стороны, потому что они хотят, чтобы мы за свои деньги им его построили, чтобы они никаких рисков не несли, а они нам потом его по себестоимости оплатили. Ну, вы понимаете, бизнес дело такое, и что вот мне нравится Юницкий, он действительно бизнесмен. Он уже столько всего прошел и проехал, и он уже понимает, что на такую удочку он уже не пойдет. Это не те времена. Можно было так еще в 16-м, в 15-м году нас купить. Но в этом году, когда уже спрос такой, конечно же, нет. Потому что ни один проект не сбросил со счетов. И Вьетнам, и Новая Зеландия. То есть все они точно так же, просто приостановлено, они сейчас решают свои там внутренние вопросы, но ни один не отказался от этих проектов. И что очень интересно, вот я обращаюсь к нашим уже бизнесменам, я вот просто говорю, ну мы, наверное, очень далеко от Минска, что ли, но наши как-то очень вяло к этому подходят. Я говорю, вы понимаете, что сейчас начнется раздача франшизы? То есть вот каждый бизнесмен должен подумать, если вот он, допустим, уже не видит развития у себя здесь или что-то, или он хочет чего-то, он может ехать в Минск и договариваться о покупке франшизы на выпуск какой-то там, какого-то участка дорог, там, ну, в общем, какой-то небольшой кусочек брать и под свою ответственность развивать, понимаете? Почему стал такой? Вот смотрите, 8 числа у нас было совещание, 8. 10 числа уже там были китайцы. Уже они интересовались вот этим стеклом. Уже они что-то там пытались вытащить. Вот они не спят, они моментом за все хватаются. Пока мы только собираемся, они уже, извините, быстро-быстро все это дело под себя хотят что-то придумать. Вот, поэтому... Вот такие вот вопросы он, конечно, предлагал. Так, сейчас это... Ну да, и вот опять-таки здесь то же самое он говорит, что к концу ноября мы сформируем свое видение по тем проектам, что озвучил Кудряшов. И скажем вам, и сможем вам предложить варианты участия. Мы опять-таки просто берем часть нагрузки по проектам. Это эко-дома, гумус, вакуумное стекло, который разработал Юницкий, является самовоспроизводящимся. Он формирует новую почву даже на песке. То, о чем я вам сказала. И здесь очень важно просто, Маслов так и сказал, что все это будет в кабинетах. И очень просили, регулярно заходите в кабинеты, смотрите, что там нового, потому что вы можете просто не успеть. Потому что нам много все равно не дадут. Вы же понимаете, что на каждый из этих проектов уже есть люди, которые готовы их целиком финансировать. Но из-за того, что просто-напросто они хотят как можно больше дать своим инвесторам, которые их поддержали на первом этапе, то, естественно, какую-то часть они нам заберут оттуда. Но кто первый успеет, тот и будет, естественно, там. Поэтому, чтобы потом, говорит, не было никаких недоразумений. Ну и что я... Это вот в основном то, что Маслов сказал. Если какие-то вопросы, вы можете мне их написать, я потом просто посмотрю и это самое постараюсь вам ответить. Теперь, значит, что сказал Суходоев? Ну, он, как всегда, говорит, поскольку я последний выступающий, то уже все сказали. Но этого не бывает, потому что у него все равно есть свое видение. И вот он говорит, я посещаю много стран, говорит, ну, он очень много ездит, вы знаете, и он, и Маслов, они постоянно проводят встречи, они у нас вот здесь были в июле в Алма-Ате, им очень понравилось, и они очень не могли понять, почему мы не развиваем активно здесь Skyway, потому что, ну, даже те, что люди пришли, никто не являлся активным сотрудником, скажем так. У нас все работают по принципу, ну, захочу, скажу тебе, ну, не скажу там.
Они вот, этот Франтишек, он вообще объяснял, что, ребята, в этом бизнесе вы сегодня можете зарабатывать большущие деньги. И он так и сказал, что если вы захотите здесь действительно развиваться, то я, говорит, буду приезжать и вам помогать, говорит. Но для этого я должен увидеть, что у вас есть люди, которые будут отдаваться этому делу, ну, хотя бы там 8 часов в день, говорит, а не так, что там 2-3 часа и на этом остановился. Ну, поэтому дальше посмотрим, что это. Это Франтишек, что он сказал. Суходоев, что мне очень запомнилось, вот он проговорил такую вещь. Если сегодня мы говорили, говорит, до этого мы говорили об инвестициях 100-200 тысяч, там у нас инвесторы, миллионов было очень мало, говорит, ну и там возникали разные вопросы. Вроде и были миллионеры, которые хотели инвестировать, но они требовали особых условий и все прочее. На что, как вы знаете, Юницкий не идет. У него все четко определено по бизнес-плану. Но сегодня уже у нас появляются люди, которые готовы финансировать только сколько может принять проект. Вы знаете, что это значит? Особенно вот блокчейн. Но я вообще-то, как сказать, не скажу, что я совсем не понимаю криптовалюту и так далее, но то, что начал говорить Суходоев, это выше моего понимания. И он как раз говорил о таких вещах, что, говорит, вот в нашу платформу, говорит, готовы инвестировать столько, сколько мы хотим. Потому что они понимают, что наш токен не будет зависеть от биржевой торговли, так как я поняла, понимаете? То есть он будет, стоимость его будет соотноситься со стоимостью проекта. И, соответственно, это как внутренняя валюта будет самого проекта, она не будет подвержена инфляции, она будет только все время расти. Почему расти? Да потому что у нас проектов как минимум еще на 50 лет. Вы представляете, да? То есть еще 50 лет у нас никакой нужды не будет в остановке проектов. Проектов очень много будет, и Юницкий, почему он и на франшизу сейчас уже наметит? Потому что он понимает, что все это одной компании, ну просто не осилить. Тем более, что много стран, и в каждой стране свои тонкости, свои, почему он даже в Эмиратах. Он говорит, да мы бы все это гораздо быстрее бы сделали, но у них так много, говорит, нюансов, сами мы не можем у них строить. Мы можем только наблюдать, даже контролировать, и то через промежуточное звено. А поскольку люди никогда там этого не делали, они этого не знают, это приходится их сначала обучать, с ними договариваться, потом уже как бы и участвовать, и в то же время не участвовать. То есть сложности определенные. Поэтому, если говорить о том, что наши проекты будут развиваться с такой скоростью, то вы сами представляете, что у нас будет. Ну и вот что касаемо блокчейна, ну, когда я там такими вещами говорю, сейчас я попытаюсь вам это передать, может быть, кто-то тоже это понимает. Вот он говорит, мы будем получать 3 потока дохода с токенов. То есть СВГ-токены, потом СТО-токены, это цифровой аналог IPO. И он не выходит на биржу. Вот так вот. Я прям записала с его слов. И он привел такой пример, что вот в Facebook есть токены Libra. Я, правда, их не знаю, но может кто-то из вас знает. И он говорит, у них миллиарды пользователей в Facebook. И они представляют угрозу регуляторам. У нас этого не будет, поэтому мы пока что для них не представляем угрозу. Но если бы, говорит, в свое время Google взял бы, говорит, и вот отцифровал свою систему и завел бы токены, то на сегодняшний день это была бы компания, которая там перекрыла бы все самые крупные компании, там 2-3 вместе взятые. Вот. Поэтому вот он говорит, что на этой волне мы создаем капитализацию токена независимо от рыночной стоимости. И дело в том, что как только будет создан очередной проект, кроме всех дивидендов, мы можем увеличить свой доход в 10-15 раз за счет увеличения стоимости токена. Вот это его слова.
Поэтому, вот крупные криптоинвесторы спрашивают, до какой суммы можно инвестировать в нашу крипту. Поэтому эти криптоинвесторы понимают, что нужно развивать. И вот какие-то utility токены, это уже биржевые, на них можно очень быстро заработать. Ну, дело в том, что сам Алексей, он очень долго занимался криптовалютами, и поэтому он, конечно, в этом деле очень хорошо разбирается. И, конечно, вот тут не понять, что он говорит, это, конечно, ну, надо ему поверить, так скажем. Еще была очень интересная тема по обучению через Инстаграм. Вот Алексей говорит, что сейчас компания запускает обучение через Инстаграм проект. Как привлекать клиентов. И то есть они будут запускать сами такую программу, но поскольку поток будет очень большой, то, естественно, они должны будут также этих людей перенаправлять нашим кураторам, там, активным пользователям, чтобы они могли вживую их консультировать. И вот если человек сам захочет, он может тоже научиться и говорит, там, правда, надо за каждого клиента 2-3 доллара платить, но если вы с каждого имеете, извините, тысячи, то это, естественно, ничего уже не значит. То есть вы можете просто это тоже для себя использовать. Вот такие вот тонкости были нам рассказаны. Если у вас вопросы есть, можете мне задать. По самому проекту мы сегодня говорить не будем, потому что я думаю, что тут в основном люди, которые уже знакомы с проектом. Но если есть какие-то такие уж вопросы и по проектам, ну, пожалуйста, можете задать, мы их потом. И самое главное, можете оставить свои данные, чтобы мы могли с вами связаться. И тогда уже на эту тему проговорить. Спасибо за внимание тогда. Я опять передаю Лейле. Итак, друзья, вновь я. Рада вас приветствовать. Благодарим Наталью за подробную информацию касательно наших текущих проектов и возможностей. Сейчас хотела бы обобщить то, что было сказано, и рассказать, как я вижу возможности этого проекта для тех людей, которые, первое, желают создать себе хорошую финансовую базу, и второе, которые неравнодушны к судьбе нашей планеты. Эти две составляющие стали основными, когда я приняла решение сделать этот проект частью своей жизни. Давайте рассмотрим, что мы имеем с одной стороны. С одной стороны, мы имеем загрязнение нашей природы, независимо где это находится, в Казахстане, в России, либо в другой точке мира. С другой стороны, мы имеем решение вопроса через быстрый, экологичный, экономичный транспорт. С одной стороны, мы имеем транспорт, который переживает, скажем так, реформы и устарел на 100 лет, потому что деньги на сегодняшний день со счета на счет двигаются за минуты, а физический товар перемещается неделю, а иногда месяцами. И имеем решение, как экономичным способом решить эту проблему, потому что скорость, вы знаете, у нас нашего транспорта достигает 520 километров в час. С другой стороны, мы, люди, все желаем решить свои финансовые вопросы. Давайте посмотрим, как это красиво можно совместить. И поэтому сегодня я хотела бы вот продолжить тему, которую моя мама начала, да, то есть о возможностях рассказать об этой нашей программе, нашем проекте своим близким. Когда в 2015 году наш проект переживал, скажем так, такой критический этап, наш основатель обратился к нам и рассказал, говорит, ребят, вы приобрели акции, это прекрасно. Если мы каждый из нас расскажем еще 3-5, а лучше 10 людям, мы быстрее, во-первых, получим дивиденды, во-вторых, больше людей имеют возможность обогатиться, ведь не будем забывать, что дисконт, с которым продаются доли на сегодняшний день, это 1:40. То есть за 1000 долларов, это вот если брать пакеты на транс, мы имеем возможность брать 35 тысяч долей. Вот от этих 35 тысяч долей, да, то есть стоимость номинала, будет исчисляться дивиденды, прибыль, которая будет начисляться либо раз в квартал, либо раз в год.
Давайте от этого отталкиваться. И когда я была в прошлом году в Москве, мои коллеги московские, они смело говорят, сегодня вы вкладываете 2-3 тысячи долларов, через 3-5 лет у вас квартира в Москве. И для людей вот такие понятия, они более понятны и более доходят. Поэтому с экономической точки зрения этот проект имеет, скажем так, каждый первый готов решить свои финансовые вопросы. Вопрос только веры или неверы. Этот вопрос мы можем, скажем так, сделать отдельное обучение по теме, как работать с возражениями, мы планируем это сделать. Сейчас немножечко я расскажу еще, добавлю к предыдущему оратору о том, что в ближайшее время у нас в разделе «Маркетинговые материалы» появятся прекрасные инструменты работы в соцсетях. Плюс у нас уже сейчас обновлен кабинет, и вы видите ссылки, лендинги, которые активны, интерактивные, работают прекрасно. Все это компания делает за нас. Наше дело лишь рассказать, зарегистрировать и зафиксировать момент оплаты. Отдельно будет у нас обучение по кабинету, но давайте вот сейчас все-таки, что же будет в том случае, если я, как, скажем, партнер проекта SkyWay, расскажу своим родным и близким о возможности инвестиций в одну из самых растущих компаний 21 века. Капитализация этого проекта больше, чем Google и Apple вместе взятые. Давайте посмотрим. Я специально сегодня хотела бы пройтись по маркетинг-плану нашей партнерской программы SkyWay Capital, который, by the way, есть у вас в кабинете. В разделе «Партнерам» вы можете скачать все эти статусы и презентации. Давайте посмотрим. То есть наш клиент, который решил инвестировать, может быть просто клиентом. Это первый уровень, так называемый, старт уровень, да? Далее он говорит, я решаю рассказать об этом, и я становлюсь партнером. Партнер. Вот этот человек такой у нас сиреневый, который рассказал и подписал соглашение о участии в реферальной программе. Консультант. Тот человек, который проконсультировал, и имеет возможность получать 15% в первой линии. То есть, если вы рассказали своим друзьям и близким, и они проинвестировали в проект SkyWay, вы получаете сразу себе в кабинет мгновенно 15% от их инвестиций. Именно эта причина, почему проект за короткое время стал очень популярным в более чем 200 странах мира. Поэтому пользуйтесь этой возможностью. Далее у нас статус идет лидер. И более профильные, скажем, уровни – это мастер, эксперт, топ-эксперт. И новая позиция, которая добавлена – это компания Sky Expert. Буквально 3 человека были анонсированы у нас на конференции в Минске, которые стали Sky Expert. Итак. Все это есть у вас в кабинете, я не буду повторяться, но вот вы можете увидеть по партнерскому вознаграждению 15% наш партнер имеет с первой линии, 4 со второй линии, 2 с третьей и 1% с четвертой линии. Вот он наш партнер, Петя, рассказал троим и имеет свою комиссию. Сразу хочу рассказать о плюсах нашего проекта. То это, пожалуй, один из немногих проектов, где можно получать реферальное вознаграждение, даже не инвестируя ни цента. То есть просто рассказав, можно уже себе в кабинет получить бонусы. Но для того, чтобы вывести эти бонусы, конечно, вы должны проинвестировать хотя бы минимальную сумму. А минимальная сумма инвестиций в нашем проекте – это $15. Итак, далее у нас консультант. Этот статус получает партнер, чей уровень личных инвестиций составляет $100. Ну, не знаю, как у вас, в моей структуре, собственно, менее чем на $100 мало кто открывает, поскольку люди, которые ценят время, ценят свои энергетические возможности, поэтому у нас средний чек по структуре это $2,000-$3,000. То есть консультантом можно стать мгновенно, но здесь уже посмотрите, если смотреть на партнерское вознаграждение, также
15% с первой линии, на втором уровне 5, на третьем 3, на четвертом 2 и на пятом 1%. То есть очень солидный компенсационный план, и у вас в нашем проекте нет нужды постоянно подтверждать, нет терминации, то есть как вы этот себе финансовый план запланируете, так его и достигнете. Статус-лидер точно так же. Практически каждый второй мой партнер, он сразу становится мгновенно лидером. Для этого достаточно личных инвестиций всего 200. И в первом поколении есть 3 человека, которые точно так же продублицировали, по 200 долларов инвестировали. Общий объем инвестиций первого поколения с учетом личных инвестиций должен быть 2000 долларов. И в этом случае уже, посмотрите, глубина вам дает на первом уровне 15, на втором уже 7, на третьем 5, на четвертом 3, на пятом 2% и на шестом 1%. То есть этот чек, он уже у вас намного солиднее. Ежедневно, когда мои партнеры делают проплаты, мы в своем кабинете видим эти суммы, которые мы можем использовать на текущий момент, а можем реинвестировать. Ну, о себе тоже могу сказать, что вот до сих пор инвестирую по рассрочке, потому что у меня есть возможность инвестировать 1 к 600. И, конечно, я эту возможность реализую и инвестирую в наш проект по сегодняшний день. Следующий статус – это первый профи уровень, это статус мастера. Чтобы стать мастером, вот посмотрите на картинке, мы видим, достаточно иметь 3 лидера, то есть 3 человека, которые так же, как и вы, решили рассказать не только ближайшему окружению, а может быть и ближайшему, и достигли уровня лидер. То есть личных инвестиций в статусе мастер у вас достаточно 1000. В первом поколении есть 3 партнера со статусом лидер, как я сказала. И общий объем инвестиций первого поколения составляет 5000 долларов. Это очень реальная сумма. И посмотрите, тут уже ваши проценты, они увеличиваются. Я вот сейчас постараюсь вот это увеличить, да, чтобы вам было видно наглядно. То есть первый уровень, также вы получаете реферальное вознаграждение 15%, второй уровень 7%, третий уровень 5%. Четвертый 4, пятый 3, шестой 2, седьмой 8, 1 и девятый 0,5%. Почему большинство коллег моих стремятся стать экспертами и топ-экспертами? Именно по той причине, что здесь уже, посмотрите, вы до 20 глубины имеете, и независимо где у вас бизнес, вы получаете постоянный доход. В этом случае первое поколение у вас 10 тысяч должно иметь, и эксперт и тот эксперт имеют постоянный доход от компании, ежемесячный. Поэтому вам всем желаю этого уровня достичь. Вот эксперт – это под ним 3 мастера. Причем достаточно это иметь не в первой линии, а во второй. Так, пардон. Вот. То есть эксперт. Но, к сожалению, в Казахстане пока экспертов нет у нас, но я надеюсь, что в ближайшее время мы реализуем эту возможность. Топ-эксперт, посмотрите, ежемесячный бонус топ-эксперта – это 500 долларов, и если объем инвестиций более 10 тысяч – 1500. Вот топ-эксперт, и у него 3 эксперта. То есть по правилам менеджмента это 3 ваши ноги, которые делают объем, которые двигаются к своим целям, и благодаря которым вы имеете постоянную, можно так сказать, зарплату. Вот в продолжение моего первой части разговора, эксперт и топ-эксперт из Словакии, она говорит, я ежемесячно 5-7 тысяч легко зарабатываю. Даже находясь на отдыхе, деньги ко мне капают очень даже прилично. Причем это женщине, которой 70 лет. Поэтому, дорогие мои, я вас всех приглашаю присоединиться к нашему проекту. Но у кого есть серьезные намерения в этом направлении двигаться, пожалуйста, напишите в личку, буду рада ответить. Итак, по топ-эксперту наше время просто заканчивается, поэтому я немножечко ускоряюсь. Все эти материалы есть в вашем разделе. Вот немножечко high level, это sky expert, это люди уже, можно сказать, обрученные с компанией. Здесь у вас
партнерское вознаграждение до 24 уровня. Иногда мне Фику говорят о том, что о, это же такие возможности, если бы я 5 лет назад начал, то я могу сказать, Вьетнам запустился 1,5-2 года назад. И у нас мероприятие в Минске была реальная возможность, скажем так, очень доброжелательные люди, молодые и не очень молодые, потому что возраст их сложно понять, они делают этот бизнес легко и играючи. И на сегодняшний день Вьетнам – это, конечно, страна номер один, которая ежемесячно инвестирует в проект до миллиона долларов. Также у нас сейчас в тренде Нигерия, в которой оказалось население 200 миллионов человек. И вот с этой страны в зоне нестабильности многие люди именно делали карьеру и решили свои вопросы. Поэтому, конечно, можно говорить бесконечно о финансовых возможностях, но путь к 1000 лье начинается с первого шага. Сегодня мы с вами, дорогие, сделали первый шаг на пути к нашему онлайн-общению. И те, кто не в чате, пожалуйста, я вас добавлю, сообщите ваши контакты, мы будем вас информировать об наших мероприятиях. Благодарю всех за внимание. Благодарю, что вы поддержали наш первый такой посыл.